Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн проиграл суд об исключении из списка угроз нацибезопасности Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Напомним, что Моргенштерн попал в указанный список еще в 2021 году из-за пропаганды насилия и наркотиков. Теперь же исполнитель попытался добиться отмены этого решения через суд, но проиграл дело. При этом каких-либо подробностей судебного разбирательства на данный момент нет. Причиной внесения Моргенштерна в указанный список в службе безопасности Украины назвали пропаганду культа насилия и жестокости, а также употребление наркотических средств, которые исполнитель занимается в своем творчестве. Кроме того, песни рэпера, по мнению СБУ, нарушают закон об общественной морали, так как унижают людей по национальному признаку. Впрочем, в украинском ведомстве подчеркнули, что нахождение в этом перечне не является запретом на въезд в страну.